Да-да, вам не показалось. Произошел резкий перепад, и сейчас уже 3 сентября. И тут нужно, наверное, вставить вот эту фразу. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Я знаю, что во многих сейчас городах нашей России уже реальный дубак. Я уверен, что многие из вас провели очень круто лето, насладились этим коротеньким периодом в нашей стране, и мы им тоже насладились. И в этом фильме я хочу вам показать, как мы провели наше лето. Лето нашей семьи 2022. Я очень надеюсь, что вы снова зарядитесь солнцем, морем, горами, крутейшей летней атмосферой через наш этот видеоролик. Присаживайтесь поудобнее, пишите свои комментарии и, конечно же, желаю вам приятного просмотра. Погнали! Мы все лето путешествовали, проехали огромное количество километров. Много где были, много что видели, много где побывали, много где ночевали. Итак, напомню, в конце мая мы съехали со съемной квартиры в Геленджике, где прожили 2 месяца. И вам вокруг показать, где я нахожусь. Начинает голова кружиться на самом деле, потому что я очень высоко. И погнали путешествовать. Акцент на лето делали на стиль One Life. Это когда ты на машине, выбираешь красивые места, там ночуешь и не привязан ни к какому жилью. Мы очень много путешествуем из года в год. И наш опыт мы упаковываем в наши гайды. Вот. И вот, наши гайды упростят вам путешествия, сделают их легкими. Пропутешествуйте с удовольствием, ведь там собран весь наш опыт. Все эти гайды вы можете приобрести по ссылочке в описании под этим видеороликом. Мы выехали из Геленджика. Первое, куда мы отправились, это Сочи. Первая цель поездки – это получение заграничного паспорта мне. Слушайте, ну прям поздравляйте. Все, буквально 3 минуты, да, мы там находились? Да, ну, 5 максимум. Позвали. Получили. В Сочи мы отметили День защиты детей. Молодец. Постояли дикарями на реке Мзымти. Готов вам показать, как мы здесь соорудили. Вот такая вот у нас маркиза. Посмотрите сразу, сколько тенька у нас. Пляж Мандарин, вот здесь вот за кустом Сочифония, банька там есть, бассейн, вот так вот. Затем мы стояли несколько дней в кемпинге на границе с Абхазией. Мы с Мирончиком ножки мочим, пацаны купаются, Насика вон. Ну что поделать, ты мерзлячка. Невероятно, как же мы скучали. Потом мы решили отправиться на Красную Поляну. Бау! Шикарнейший квантовый мост. Провели пару дней, ночевали дикарями с шикарными видами на Ачишха. Смотрите, вот так вот закат сегодня у нас будет, ребята, великолепный. И посмотрите, с каким видом мы сегодня будем ночевать. Обалдеть. И завтра здесь же будем встречать рассвет и завтракать. А еще мы купили наш любимый сочинский хлеб бездрожжевой с тыквенными семечками. Кто здесь будет в этих краях, вот такой вот хлеб купите, вам тоже понравится. Затем мы снова отправились в Сочи. Чтобы нам не снять жилье, у нас накопилось много стирки, постираться. И на границе с Абхазией мы заселились в квартиру. В квартиру заселились для того, чтобы постираться, помыться, отдохнуть как следует и как следует поработать. Кстати, квартиры мы снимаем через Суточно.ру. А теперь смотрите вид. Балкона нету. Посмотрите, какой вид. У нас, получается, открывается на Олимпийский парк. Это стадион Фишт. У нас видно море, это естественно. У нас видно, как садятся самолеты. Ну а после этого мы стартанули в Абхазию, изучать восточную ее часть. Как здесь все выглядит красиво. Кипарисы такие высоченные. Пляжи пустейшие, вон он, монастырь. На самом деле, посетить Абхазию было давно в планах, но мы постоянно это откладывали. Привет, мы с камерами.
Это Лёва. Привет. Мы с камерами. И тут нам написала наша зрительница, наша подписчица, говорит: приезжайте ко мне, есть квартира в центре Сухума, прям недалеко от моря, поживете у нас. Тоже лялька, представляете? И вот так мы оказались в Сухуме. Отламываем, макаем. И наслаждаемся. Как вам, ребятки, вкусно? На самом деле, я уже полмесяца хотел эти лодочки поесть, и вот мы в Абхазии где сидим. Сначала мы жили в ее квартире, а затем мы переехали в домики на берегу моря. Сейчас я покажу, где мы остановились. Въезд. Здесь у нас стоит машина. Вот такие вот комфортненькие домики. На самом деле они в принципе большие. Да, там не хватает по мебели там каких-то интересных приколюх. Но тем не менее пойдет. Очень круто, что дети вышли, сразу же гуляют. Есть своя такая верандочка. И можно посидеть, покушать. Вот так вот, хоп, это мы идем к морю. У нас тут море буквально в 20 метрах. Нам нужно перейти через железную дорогу. Здесь когда-то проходили поезда. Туда, получается, Грузия. В эту сторону Россия. Но, к сожалению, сейчас вот в таком вот состоянии. Ну, посмотрите, где вы на нашем берегу найдете вот такой вот пляж, песочек. Вы видели, сколько метров мы находимся? Вот. Вот тут вот мы живем, вот тут вот уже пляж. Там мы провели недельки две, за это время изучили полностью Сухум, города-призраки, такие как Акармара, Ткварчели. И вызывает это все очень сильные эмоции, конечно. Дорога настолько живописная, ребята, что невозможно просто ехать. Хочется все показывать, показывать. Ну, посмотрите, какие за спиной виды открываются. Побывали на огромнейших водопадах, например, Великана. Ребята, мы дошли. Он огромнейший. Мы подходим. Это такая, ребята, мощь. Смотрите, какая штука. У меня аж голова начинает кружиться, вверх смотреть. Добрались до прекрасного места Бесветский мост. Сейчас мы стоим в таком ущелье, где течет река. Она настолько чистая, ребята. Я сейчас вам ее покажу. Это просто изумруднейший цвет. Сейчас стою в воде, и вы даже не представляете, насколько она ледяная. Затем мы отправились с дикарями в Новый Афон. Ну что, мы припарковались. Смотрите. Там мы жили тоже в кемпинге, и скажу, что кемпинг очень классный. Красивый, самый главный вид из нашего номера. Смотрите, какая красота. Просто невероятно. Там погуляли, покупались, отведали вкусные хачапури и посетили Новоафонскую пещеру, которую тоже очень давно хотели посетить. Посмотрите, докуда сегодня доходят волны, утром такого не было. Погода подпортилась и даже в какой-то момент нам чуть не разломило лагерь. И мы решили отправиться в Пицунду. Именно там всегда чистое море, и абсолютно не важно, идет дождь или нет, штормит море или не штормит, в Пицунде всегда чистое море. Пау, блин, слушайте, вы посмотрите, вот мы сегодня уезжали оттуда, помните, какое там было море? Нас разделяет буквально 40 километров, но здесь море чистейшее, да? Видишь, какой цвет? Там мы провели 2 дня и вперед в Россию. Ну вот и все.
Мы выехали, ура, мы в России. За один присест доехали до Геленджика, по пути видели смерч. Усиливается! Охренеть! Нас накрыл сильнейший дождь на серпантине, и ехать было очень страшно. Едем вообще просто по чуть-чуть, по 20 метров вперед, и потом стоим, еще чуть-чуть, и стоим. Несколько дней мы провели в Геленджике и снова в путь. Новороссийск, Мысхака, Абрау-Дюрсо. Здесь мы посетили Суджукскую косу. Именно здесь мы хотели тоже побывать, но никак не заезжали. Побывали на винодельне Мысхака и поели в самом лучшем ресторане Мысхака. Много а маленький-то? Как тебе хинкали, сын? Мы приехали на очень интересную локацию. Абрау-Дюрсо. И здесь... фонтаны. Хотели попасть на поющие фонтаны в Абрау, но их в конце июня даже не запустили, представляете? Ну, мы на самом деле очень сильно расстроены. Я подошел здесь к продавщице, к одной, спрашиваю, что с фонтанами? Она говорит, не работают. Так и не запустили, причем на сайте указана информация, что работают каждый день. Она сказала, вроде как в субботу только должны запустить, и то не факт, что-то у них там установки и так далее, и тому подобное. Это жесть. Я вот дурею. Какой вот курорт, столько здесь бабок. Они даже элементарно не могут, я не говорю, что сделать фонтан, они не могут даже информацию актуальную вывесить на свой сайт. Так прошел наш первый месяц. Врываемся в июль поездкой в Крым. Что за вами? Вы что думаете? Конечно. Вот за это мы любим Крым. Мы, конечно, очень долго думали, ехать или не ехать, учитывая всю ситуацию. В итоге мы здесь и остановились в Керчи на несколько дней. Погуляли по центру города. Вот наша Керчь, как на ладони. Дальше, повыше споднимемся, там открываются еще интереснее виды. Посетили наш любимый рынок в Керчи. Да, рынок забит. Лучше всего, конечно, приезжать сюда пораньше. Пожарили барабульку. Смотри, какая красота. Так я перевернул. Слушай. Посетили крепость Иликале, которую тоже давно хотели посетить. Вот она, красота. На самом деле можно вот прям подняться туда вверх, походить, поглазеть. Но вот это, я так понимаю, основная сохранившаяся часть всей этой крепости. Вообще-то... Как следует, накупались и вернулись на материк. Далее любимая Анапа. И посмотрите, какой здесь вид открывается. Здесь такой есть типа каменный стул. Чуть-чуть подальше пройдемся. На самом деле, да, ступеньки, конечно, в очень и очень плохом состоянии, но туда спускаются. Посетили Ласточкины гнезда. 400 ступеней. Да, виды вау. Ну а вот, собственно, эти ступеньки 400. Посетили новую набережную. Жили, как всегда, на берегу моря. Пока были в Анапе, приобрели автомобильный холодильник, который очень упростил наши такие путешествия. За вот этим бугром уже виднеется море, наша машина. Я ночевал в машине. Вот она, Настенька, выглядывает из своих апартаментов. Какой у нас вид, друзья, великолепный. Конечно же, мы заехали в Витязево, провели там ночь на любимой Тартуге и посетили лавандовое поле. Чуть не забыл. Конечно, мы погуляли вечером по любимой параллели. Воу, смотрите, какая здесь движуха. Вот коренные греки стоят. Параллели. Вот они. Колонадка. Ой, как же громко. Ну и погнали, короче. Что здесь вообще много всего. Живая музыка даже меня перекрикивает. Потом мы отправились на Азовское море. Мы добрались. Кто-то его не любит, а мы очень даже любим. Мы знаем места, где отдыхать.
Сначала мы остановились в Голубицкой, потом мы поехали в Ейск. Передвигаясь в поездку, такое ощущение, что ты попал куда-то в далекие года, правильно? Ну такой старинный город, да, дождик, он такой сероватый, но он по-своему прекрасен. И мы сейчас, значит, приехали на пляж. Здесь находится Ейская коса, это не Должанская коса, это именно Ейская коса. Неподалеку у нас Мурпорт и центральный пляж. Вот такая замечательная история, здесь большая парковка, места всем хватит. Песчано-ракушечный пляж. Детки из машины вышли, сразу побежали к морю. Очень здорово. Вот она, коса уходит. Видите, она так шикс. Смотрите, как очень уютно. И самое главное, что, ну, лично для нас это малолюдно. Давно мечтали в этом городе побывать. Здесь мы провели несколько дней и поехали на Должанскую косу. Смотрите, какая красота открывается нашего панорамного остекления. Детки проснулись сразу. Тёмка пошел рыбачить. О, какая красота. Должаночка – это еще одна наша мечта. Конечно, она немного расстроила. Про Должанку я написал отдельную статью на Яндекс.Дзен, поэтому обязательно зайдите по ссылочке в описании, почитайте эту статью. Мы позавтракали, покупались и начинаем собираться. Ну а затем мы совершили марш-бросок в Москву. За один день доехать не получилось, ночевали в машине. Вот мы, значит, разложились. Вот, перед полностью заставлен. Здесь у нас огромнейшая кровать. Здесь еще у нас стоит всякое барахло ненужное. У меня даже есть рабочее место. В Москве сделали несколько важных дел и отправились в новое путешествие на Волгу с дикарями, с родителями. Родители, смотрите, как забили свою машину. Просто трындец. Буквально 10 минут, и наш основной лагерь стоит. Помимо важных дел, мы сделали важное дело для машины, которое тоже нам упростит наше путешествие. Мы сделали, наконец-то, бак, он же душ, на автомобиле. И сейчас продемонстрирую, как это работает. Например, ложка. Чик. И у нас теперь есть постоянная водичка. На Волге мы провели отличное время. Катались на моторке, ловили рыбу, хотя рыбалка получилась не очень. Ура! Поймал траву! И в целом клево отдохнули. По-моему, дней 5 мы там провели, родители остались там, а мы поехали в город, который давно был в нашем списке путешествий. И на изучение этого города у нас есть один денек. Это мой любимый Ярославль. Настеньке, конечно, он тоже понравился, детям тоже зашел. Но действительно, красивый, классный город, стоящий на реке, даже на двух. Но из-за сильной жары долго мы не погуляли и уехали снова в Москву. Решили попить кофе, купили персики. А по пути с нами случилась неожиданная встреча с нашими зрителями. И тут крик такой: да ладно, это вы! Я, короче, из машины выбегаю. А это бамс, наши подписчики здесь, в Ярославской области. Вот так вот нас прямо на трассе встретили. Себе передавайте пример, привет будете в выпуске. Прикиньте как. Пару дней в Подольске и завершаем июль. За 11 месяцев. А это мы пересекаем сейчас реку Днепр. А июль мы решили завершить снова путешествиями и отправились в Смоленск. Ну вот мы и заехали в Смоленск. Вот так мы ворвались в август. В Смоленске живут наши друзья. С ними мы познакомились за счет Ютуба. Ничего не долго. Привет. Как вы вас давно не видели, ребятки? Вы такие не обниматься. Да. От Смоленска мы получили огромное удовольствие. Ведь природа вокруг Смоленска такая потрясающая. Мы не ожидали. Огромное спасибо Самбату, который нам все показал и рассказал. Ух ты, обрыв, обрыв. Ага. Я провалился. Я не сам, я провалился. А я думал, ты задернул. Нет, нога ушла.
Погостив несколько дней в Смоленске у ребят, мы отправились в Беларусь. Ехать 132 километра. Я оформил грин-карту. Вот она реально зеленого цвета. Первые шаги вот так вот. В Беларуси, блин, как мы рады, вы себе не представляете. Эта страна давно в нашем списке была. И вот мы добрались. Это непросто, но у нас получится. Мы побывали в Витебске, Могилеве и еще мельком в Орше. Витебск очень понравился. Кстати, выпуск на Ютубе про этот город набрал больше 200 тысяч просмотров. Обязательно гляньте. Ночевали, кстати, в машине в центре города возле Успенского собора. Получилось шикарнейшее путешествие. Кстати, в Абхазии и Беларуси мы использовали карту Тинькофф Мир. Оформляйте, вот ссылка. После этого мы вернулись в Москву, посетили парк Остров Мечты. Красиво, конечно, но на аттракционы мы больше туда не ногой. Огромнейшие очереди, отстоишь в очереди, что-то ломается, что-то не чинится. В общем, эта история нам не понравилась. Я отстоял в этой очереди, в итоге ребята поехали и застряли там. В итоге аттракцион сломался, их спустили оттуда и нашу всю очередь разогнали. Это такой, дичь, вообще полнейшая. Но территория в парке очень крутая. Также мы провели большое ТО нашей тачки, погуляли в Дубровицах. Купили робот-пылесос, он, кстати, тоже давняя наша мечта. Ну что, первый запуск? Пошел. Купили наконец-то новый дрон и отправились в новое путешествие в город Истра. Там живет у меня брат, в этих краях отличная природа. И да, мы с братом совершили новое для нас путешествие, сплав по реке. Честно говоря, это было что-то нереальное, удивительное. Ледяная вода, лодка. 12,5 километров, 4 часа в пути, тарзанки, купание. Короче, круто. Полноценный выпуск, кстати, тоже есть на Ютубе. Пока мы были в Истре, посетили Новый Иерусалимский монастырь. Отлично провели время с родными. В конце августа мы отметили нашему Мирончику годик. Апостилировали наши документы, поступили Артема в онлайн-школу и собрали чемоданы. Маршрут построен. Вот, 18 часов 383 километра. И как вы поняли, мы отправились в новое путешествие на юг. Это было 31 августа. Но в этот день мы не доехали. И 1 сентября мы снова оказались в Москве. Вот такое вот лето нашей семьи было в этом году. Кстати, ссылочку на лето 2021 я оставлю в описании, тоже посмотрите, кто не посмотрел. Я очень надеюсь, что лето мы себе продлим, вернувшись на юг, и у нас это получится. Получится вас заряжать через экраны солнцем, морем и горами. Если вы не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь. Если не поставили лайк этому видеоролику, то обязательно поставьте. Кстати, в описании также под этим видеороликом я оставлю все важные ссылочки, которые вам помогут путешествовать, наслаждаться и также в каких-то моментах упростят даже вашу жизнь. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами в новом видеоролике. Пока!